12 дворов Щелково вошли в списки по итогам голосования на портале «Добродел». Еще 12 планируют благоустроить в деревнях и поселках. Их перечень представили территориальные подразделения. 3 внесли дополнительно, учтя пожелания жителей, обратившихся в администрацию с просьбой благоустройства. Это дворы, находящиеся в отдаленных от центра города населенных пунктах. Вошедшие в списки дворы оснастят 8 обязательными элементами. Это стенды, детская или спортивная площадка, парковочные места, озеленение, парковая мебель, урны, освещение, а также проезды. Мы уже в процессе формирования планов, понимая, где у нас более 70% разрушено асфальтное покрытие на придомовых территориях, делаем заявку на получение субсидий средств Московской области. И заключаются соглашения по определенным дворам. Мы входим в программу формирования современной комфортной среды, программа Московской области, которая позволяет нам экономить средства местного бюджета и с поддержкой средств Московской области благоустраивать дворы. Адресный перечень по всему городскому округу рассмотрели сотрудники администрации и территориальных отделов, представители общественных организаций и Общероссийского народного фронта. Теперь его направят в Министерство благоустройства Московской области. После утвержденной списки дворовых территорий, запланированных под комплексное благоустройство на 2020 год, будут опубликованы на сайте министерства.